Перед тем, как мы отдадим микрофон всем нашим стримерам, вот туда, где они все сидят, очень красиво, очень лампово. Да, давайте вот на фоне, да, как вот сериал «Друзья». Во-первых, уважаемые зрители, хотелось бы запустить небольшой такой, знаете, флешмобчик. Пожалуйста, ставьте сердечко, название вашего города и сердечко, откуда вы сейчас смотрите стримхату. Нам было бы очень приятно узнать, какие города России, да, в принципе, всего мира сейчас смотрят этот проект, какие города были вместе с нами на протяжении всех этих 4 дней. Я уверен, что Вова об этом не скажет. Об этом не скажет ни один из тех людей, которые были здесь на протяжении всех этих 4 дней. Вот эти стримеры очень сильно переживали за то, что будет происходить здесь. Группа продакшена, не видеооператора, не организатора, а именно стримеры, потому что они каждый раз, несмотря на то, что пили очень много, долго, но не эти, конечно, другие, которые приезжали, не заводили будильники, просыпались и говорили: так, а что мы будем делать дальше по контенту, а как мы будем развлекать зрителей? И это самая организованная группа стримеров, с которыми нам приходилось работать. Любите шефа, любите 89-й сквад, потому что вот эти люди по-настоящему с уважением относятся к вам, к зрителям, потому что такой любви от стримеров к зрителям мы не видели еще как организаторы никогда. Так что вы самые счастливые зрители, которые только могут быть, потому что у вас самые лучшие стримеры. Я думаю, в принципе, можно будет каждому речь дать, пока, в принципе, подготавливаются с постом. Давайте, короче, пока возьмем, Нель, пару слов. На самом деле, мне все очень понравилось, было очень много внимания. Потише, пожалуйста. Я очень рада, то, что мы опять все собрались, почти вот полностью, кроме там нескольких человек. Надеюсь, то, что вам все понравилось. Йоу, круто. Круто, не, бро, вот реально, бро, типа, вот круто, если без слов пацански, круто, бро. Ну, я говорю, очень прикольно. На самом деле, изначально, когда шли сюда, у меня были переживания по поводу того, что, возможно, получится достаточно душная штука. На мой взгляд, на самом деле, получилось очень весело, интересно и круто. И что самое главное, вот эта ламповость не исчезла. Она осталась здесь, и, ну, я вам сказать, что с многими людьми я подружился намного ближе, познакомился. Вот эти моменты даже после, когда сидели там, стримили, это офигительно, потому что ты просто можешь такому: эй, чувак. А когда мы просто до 5 часов утра сидели, я с Бати Дрейка полтора часа сидел на улице, пиздел о жизни. Я с Бати столько не общался. Бати Дрейк стал для меня ближе, чем настоящий отец, хотя это не удивительно, потому что Бати съебался настоящий. Но надеюсь, в любом случае, съебываются, но воспоминания остаются. Я надеюсь, что мы будем через года вспоминать эту стримхату и просто радоваться тому, что мы друг у друга были, и мы здесь присутствовали. Да, душнили где-то местами, да, где-то фейлы были. Может быть, не на это рассчитывали, но вышло дружно, офигенно, несмотря на цифры. То есть довольно пи***то это все вышло. Нет, мы не будем вспоминать это через года, потому что после этого проекта будут еще какие-то проекты. Стримхата следующая, она тоже не за горами. Если вот так все хорошо вышло и, собственно, спонсорам, допустим, все понравится, то... Да не за что. В принципе, я думаю, можно... и хоть через месяца три ту же стримхату сделать, но это так, условно, я не говорю, что это точно будет. Все зависит от того, как вам понравилось, то есть в первую очередь. Так, следующий. Старичок, давай. Давай теперь пару слов, петличка у тебя не работает сюда, вот касательно хаты. Если исключить то, что я тебя душил, на протяжении всей хаты. И, в принципе, всех. Так получается-то ты у нас душный, а не я. Нет, это ты, потому что ты душил. Своими заданиями заебал. Да, в общем-то, что сказать-то? Мне изначально казалось, что будет хата. Я почему-то так думал, что типа 4 дня это слишком много и будет не очень, но по итогу все дни прошли очень даже хорошо. Ты сегодня со мной было насыщено. Я сегодня домой еду. Нет, сегодня со мной спишь. Зачем брат мне тут спать-то, если мы все? К сожалению, заканчиваем. Мы будем закрывать этот день, брат. И ты со мной можешь лечь спать, я тебе разрешаю. Ладно. Давай, ну вот, поэтому очень надеюсь, что подобное еще повторится. Повторится 100%. 100%, да. Но я не рекомендую делать прям часто, потому что, ну... Нет, сейчас нет. Через годик? Может быть. Примерно где-то так. Я думаю, подобное еще будет. Поэтому плакать и грустить не надо. Еще обязательно увидимся в таком же формате. Вот. Не, а так, ты... спасибо всем, кто смотрел. Ты не нагнетай. Ребята, чё? Нам картинг делали. Ну. Вот эта хата. Плюс еще у нас идей до хуя. Типа, эта хата может через год быть, а проекты пи***ты еще будут. Да, это понятно. Но хата — это что-то особенное. Да, да, это что-то домашнее. Тем более, это еще и на несколько дней. Не грустите. Все будет круто. Еще увидимся. Все. Гаша. Я очень рада, что я здесь оказалась, что все так прошло замечательно и хорошо. Хочу сказать большое спасибо Вове и вообще всей команде за то, что все так организовали, за то, что помогли привести некоторых людей, которых мы вообще никогда не видели.
и за то, что прошло все так очень круто. Я очень, реально очень рада, что все так получилось и что я здесь оказалась. Спасибо людям, которые это все смотрели, писали в чат, нас поддерживали, потому что иногда было очень непросто. Я надеюсь, что скоро мы снова все встретимся, снова на каком-то похожем мероприятии. Возможно, не на стримхате, а что-то другое, как был картинг. Вот, надеюсь, что это не последняя стримхата, и все повторится так же круто и замечательно. Ну, что я вот лично от себя могу сказать? Я впервые на такого рода мероприятии. Рад был всех увидеть, встретить, потому что здесь я виделся именно вживую. Только с Мишей Силажиком, который уже, к сожалению, уехал. Рад был со всеми повидаться, познакомиться именно вот в жизни, потому что это совсем другое, то, что ты видишь в интернете, и то, что ты разговариваешь с человеком в жизни, это абсолютно другие эмоции, абсолютно другое восприятие. Было безумно круто, и не просто. Это 4 дня прошли не просто, все старались, и все выкладывались на полную. Да, брат, вот тут ты не напиздел сегодня на йоге. Было не просто приехать, все получилось, но на этом я, по крайней мере, не уезжаю обратно, я еще пойду в Питер, поэтому там еще увижу дополнительно тех, кого не увидел. Спасибо также команде и всем организаторам, потому что тоже так же с нами переживали эти 4 дня. От себя хочу сказать в первую очередь большое спасибо там и спонсорам, и участникам, и съемочной, тех, кто нас снимали, фоткали, участвовали, все остальное. Это пи***ц, на самом деле, как тяжело, но пиздец, как охуенно все это дело. И, конечно, со стримхатой Хесса не сравнится, вполне она была хуже. Но в любом случае, типа, охуенно, когда каждый раз, вот, когда вот Вова или кто-то что-то проводит, я каждый раз прихожу и каждый раз пиздец, как удивляюсь с того, насколько можно делать охуенно пиздатые вещи всем вместе. И в очередной раз каждый раз убеждаюсь, что скваду, конечно, нужно чаще общаться, чаще коллаборировать, именно такие вещи помогают это делать. Хочу сказать также большое спасибо чату. Вот, хоть и мы иногда душили, вы иногда тоже душите, но это вот в синергии всегда хорошо работает, и в итоге получается вот то, что получилось. Лично для меня я могу сказать, что мне все понравилось, и я очень рад был всех увидеть. Вы, ребят, вы охуенные люди очень. Вот. У нас от семьи я, в общем, хочу сказать, что я не виделась ни с кем 2 года. Здесь есть люди, которых я вижу первый раз. Но я благодарна всем, кто участвовал хоть чуть-чуть в том, что сейчас произошло за эти 4 дня. Я очень-очень рада, что у меня есть возможность оказаться здесь. Я надеюсь, что дальше мы будем делать что-то тоже интересное, классное, также встречаться, собираться. И спасибо чату, спасибо каждому, кто здесь есть, кто уже уехал. Вот. Все. Ну. Я не умею красиво говорить, поэтому скажу в 3 словах. Все класс, а я... Стас. А я Стас. Нормас. Вот и подходят к концу вот эти вот 4 дня активных... Спасибо, донатер, что перебил. Подходят эти 4 дня к концу. Если вам показалось, что мы слабо выкладывались, ребят, это было очень сложно. Людей-то много, во всем есть кому поучаствовать, но из-за того, что у тебя, допустим, ты участвуешь в одной активности с утра, потом в следующей активности у тебя через 4 часа, и ты привязан, ты ничего делать не можешь, ты постоянно ходишь, ждешь, когда твое время придет. Короче, это довольно-таки сильно выматывает, на самом деле. Ну, это такое. Хочется сказать, это охеренное было шоу. Вот эти 4 дня, это были просто охеренные. Я так счастлив. Я увиделся со всеми своими друзьями, с кем я раньше только сидел в Дискорде. Я увиделся с Мишей. Миша охеренный мужик. Ну, пацан. Ломакич. Он вообще потрясающий. Это добрейшей души человек. Добряк вот прям вот идет и своей улыбкой только вот тебе настроение поднимает. Особенно с утра такой заходит с чубчиком на голове, вот это, с зайкой. Эти дни были потрясающие, я старался как-то подарить вам эмоции, и ребятам помочь, и все как-то сделать по меру своих возможностей. Мне все понравилось, было очень классно. Ребятам из продакшена спасибо. Люди, они потрясающие, профессионалы хорошие. И всем, кто здесь присутствовал, всем тоже спасибо. И чату тоже спасибо, что вы были, смотрели нас, поддерживали. И да. Короче, изначально мы думали, что 4 дня это очень много. Мы прям что-то там размонделись вначале, что будет все очень сложно, что все устанут под конец. Но в итоге, как оказалось, что 4 дня аж даже мало оказалось. Потому что я думал, что мы еще можем вытянуть несколько дней. Ну, что сказать. Студия продакшн — это просто гении. Особенно Леха Кулак, который и мыл посуду, и заказывал еду, и бегал, все прибирал весь дом, пока мы спали или отдыхали. Ребята все молодцы. Вы, чат, тоже гигантские молодцы.
Ну что сказать? Спасибо большое, чат, что были все 4 дня с нами. Привет, чат. Здорово, заебал. Здорово, заебал, чат, нахуй. Че плачете? Слезы радости. А, я вообще с Казахстана. Если бы не спонсоры внизу, я бы здесь не был. Так что swipe up, тыкаем внизу. Спасибо спонсорам. Спасибо продакшену. А так, сама стримхата мне понравилась. Было моментами где-то, может, душно, может, не душно. Ну, как-то, не знаю, баланс, в принципе, нормально. Не бывает прям все идеально. Я сам пытался, не знаю, везде участвовать, потому что... Стой. Че с трансой? С трансой че? Лев? Все заново, да? Здорово, заебал. Или че, откуда-то... Опять? Мы тут? Давай третий раз, Мух. Да, третий. Здорово, заебал чат. Че, плачете? Это, наверное, слезы радости. А так я вообще с Казахстана, сам вообще в Дискорд сильно не заходил, а так, когда услышал, что нужно сюда будет приехать вживую, нормально так наложил штаны. Особенно первый день, когда там тебе подходит камеру, я вообще не могу ничего говорить. А так, в принципе, каждый день все больше и больше участвуешь, как-то полегче уже стало. Спасибо, что смотрели. Стримхата мне понравилась, у меня вообще первый опыт, мне не с чем сравнить. Надеюсь, стримхата будет еще в следующем году, мы еще встретимся. Это не первый раз так собираемся. Все, увидимся в следующем году, Дом 2 закрывается. Ну что я вам могу сказать, ребят? Вот и подошло к концу это мероприятие. К сожалению, я на нем был только последние 2 дня. А что поделать? Конечно, было бы неплохо быть с самого начала. Так или иначе, спасибо вам большое, то, что смотрели, потому что если бы не вы, то всего бы этого не было на самом-то деле. Также большое спасибо всей команде, продакшену, спонсорам, Вове за то, что, собственно говоря, он всех нас тут и собрал. Рады для вас стараться. Надеемся, что и дальше будем вас радовать. Что могу сказать, пацаны? Все мега охуенно. Наша команда продакшена, ну это просто разъеб. Ну все-таки люди уважаемые, почетные, правильно? Главное на самом деле, что эта хата прошла лучше, чем у Хесуса, блядь. И у Бустера. Все, блядь, все. Мы разъебали по факту, без вариантов. Если что-то где-то было с моей стороны, может, некорректно, у всех прошу прощения, извиняюсь. И самое главное, чат, самое главное, будьте чуточку добрее. Да, Жор, бля, взаимная хуйня от чата тебе специально. Так, сейчас, короче, Тёмке дам. Хотя, знаете, что я бы хотел спросить? Кулак, брат, пару слов. Володя, и че? Твой прекрасный склад. Спасибо, что вы есть. Если бы не вы, этой стрихаты бы не было. Спасибо чатику, что смотрели. Со стороны продакшена. Максимально надеемся, что вам все понравилось. Мы очень старались. Вот и все. Всех это, лавки-чмавки, там вот это, сердечки, пальцы-пистолетики. Все. Кинжан навалил, как обычно, последние 2 секунды займу вашего времени и отдам слово Вовке. Во-первых, похлопайте, пожалуйста, чату. Они смотрели 4 дня. Вот, чат, это вам. Чатик, спасибо большое, потому что без вас, правда, ничего бы не было. Все, Вов, держи. Держи, пойдем закрывать. Вернее, будем тут стоять. У тебя петличка, да? Да, у меня петличка включена. В общем, что я хочу сказать. Я благодарен всему скваду, всему чату. Также, опять же, продакшену огромное спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Мы встретимся еще раз. За то, что приехали, ребят. Ну, понятно, кто в Москве. Вот я говорю про другие страны. То есть это я вообще охуел вас тут увидеть. То есть даже строго приехал, ну, чтобы вы знали, то есть это вообще плюс респект. Не буду затягивать, не плачьте, не переживайте, давайте просто на веселые нотки закончим, в принципе. Вы говорили, что, правда, машина была по поводу того, я сидел в Дискорде, говорит, бля, 4 дня, это полный пи***ц. Если вы обратили внимание, вначале все были обосраны, потому что они не привыкли просто к камерам, и когда вот, например, какой-то оператор тебя снимает, это очень, ну, боязнь камеры у людей появляется, то есть это не то же самое, чем дома сидеть. Вы увидите, что, например, в сравнении с первым днем и с четвертым огромная такая пропасть гигантская, то есть Муханжан реально раскрылся, на примере его сейчас говорю. Все раскрылись, и нет, я не согласен по поводу того, что было мало. 4 дня это оптимально, чтобы никто не заебался, не вы одни, если вы не заебались, не значит, что другие не заебались. Есть как бы и психологические как бы нагрузки, да, те же самые, то есть ты психологически устаешь и физически. Все, не буду душить, 4 дня было заебись, Лысый и его команда охуели, красавцы. Все, заканчивайте. Пока. Добро пожаловать, ребята, на нашу стримхату. Убирайте от экрана своих маму и папу. Будет круто и интересно вам, ребята, наверное. Можем тут под микроскопом рассмотреть свою сперму. О-о-о. Покупаться в бассейне, ломаку разукрасть и понюхать носки. Силажик спал в кровати, хотя раньше на сене. А зачем я у него не спросил? Лагода привез из Беларуси колбаску. Хотя Хесус попросил Валеру привезти смазку. Жора также продолжает не снимать свою маску. А Вова все пытается снять с гаечки майку. Фу, Стин заебал орать. Нелли он не дает спать.
Дима заебал храпеть, Дрейк заебал пердеть. То, что Shadow Cake приедет, тут никто не знал. Если честно, то сюда его вообще никто не звал. Татьяна притащила с собой собаку. Боря охуел и обосрал всю хату. Мухаджан прилетел сюда из Казахстана. У нас в доме появился главный по кальянному. Вася смотрит на чатик, дрочит на работяк, он в этом деле начальник. У Стаса с карандаша скоро будет секс, а Вазелов просто написал текст. Про тех, кого с нами это чего-то там нету, тоже мы сейчас споем куплеты. Пинки, Гвин, Динь, Катоша, Боря, Саня, Леха, Ваня, Толя, Костя, Гоша, Дани, Сережа, Серега, 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 прием, как слышно? Алло! Короче, хата закончилась. Пишите комментарии, как чё, я уже с пивом просто гоняю. Послевкусие приятное на самом деле. Носа пока идёт параллельно, чат чё-то пишет. Короче, всё, ребят, увидимся с вами послезавтра. А сколько время сейчас? Короче, во вторник.